Всем привет. Вот как обычно работаем. Приехали на объект. Сегодня у нас большой загруженный день. Будем дробить пни. Вот наша дробилочка. Drawbow B1390 уже на готове. У нас здесь 8 пней. Пни такие по сантиметров. По сантиметров 30-40. Вот такие вот плодовые деревья. Большие, где-то полугнилые какие-то. Вот Дмитрий освобождает место. Дима будет оставаться здесь, будут дробить их. Ну, а мы поедем дальше. Будем удалять сейчас сосну аварийную, наклонившуюся Сергеевичем. Дима останется здесь один. Я думаю, справится здесь. Подъезды все есть. Так что едем на сосну. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сейчас приедем, будем все показывать. Все. Так, вот мы на месте, приехали на объект. Вот, будем удалять вот такую вот наклонившуюся сосну. Клонится она на дом. Все плохо видно, сейчас отойду, покажу. Какая она, вот она такая. Вся кривая, на постройку, на дом. Что будем делать? Полезем вот на эту сосну. Здесь будем страховаться, там же вязать систему для спуска. И потом обратно сюда, и будем все завешивать, вывешивать, отводить и ложить сюда. Все, начинаем. Я сброшу малую.
Все запиливаю. Натянуто? Не, все, спилите, все. Так, ну что, вот мы ее закончили. Вот такое чудо бегает мелкое. Ну что, сейчас полезем вот на эту сосну, заберем ролик, застрахуемся, спустимся и поедем дальше дробить пни, потому что там Дима один. Итак, вот мы приехали за Дмитрием, он здесь дробил пни, вот они все выдроблены, 8 штучек. Пока мы пилили сосны, Дима дробил здесь, крошил пни. Вот. Здесь, там один был. Здесь один и здесь один. Все, едем дальше. Сейчас поедем на кладбище. Посмотрим, если заедем, то и там 5 пней выдробим. И поедем потом еще одну грушку интересную спилим. И интересна эта грушка тем, что ее до половины надпилили. Посмотрим, сможем мы на нее залезть или нет. Так что все, едем дальше. Итак, приехали на кладбище дробить пни. Ой, так, дробилочка доставлена. Переносили там через ограды. Благо она у нас всего лишь 150 килограмм. Мы парни здоровые. Так, вот здесь у нас 5 пней. Вот первый уже подпилили. Второй, третий, четвертый и вот такой пятый. Будем сейчас начинать работать. Подъезды здесь, конечно, такие уклоны. Сейчас будем дробить. Всю щепу будем сюда надвигать, чтобы подъезжать и работать. Ну, короче, будем все показывать. Продолжаем. Вот стоит мой профессиональный дробильщик пней, Дмитрий. Ну все, понеслась.
первым днем мы разобрались, убрали, ушло у нас где-то на все, про все минут 25-30 с ним. Здесь были проблемы с подъездом. Высыпали, все делали. Вот. Ой, делаем криво. Подъезд. Все плохо. Угу. Да, Димон, надо. Вот так, да. И надо назад, Дима, тебе отъехать. Еще надо назад. Еще. Еще. Вот отсюда началось. Там, смотри, вон доска. Андрей, выбей ее, да. Все, вот и с этого корня начинаем. И пошли, пошли. Начинаем второй день. Закончили с четырьмя пнями. Вот здесь был первый. Разобрали все, остался коленник ему. Здесь был второй. Здесь был третий. Здесь был четвертый. Это если что не пни, это мы подрезали их. Остался пятый. Вот ездов нету, так пока соорудишь такую импровизированную какую-то подставку, подъезд. Короче, работаем. Продолжаем. Снимаем, показываем. Так, ну что, вот мы закончили с этими пнями. Вот здесь был пятый пень. Все выдробили. И вот здесь мы отсюда начинали. Это корень. Дальше мы уже не доползли. Так что все уносим. Нам вот надо по кладбищу и вот туда до калитки выехать. Короче, едем. Дробилка у нас, благо, маленькая. В одном месте мы ее только переносим на руках. А дальше все своим ходом. Итак, вот мы приехали на четвертую заявку. У нас здесь грушка. Вот уже Сергеевич полез. Тут вроде ничего не сложного. Маленькая, метров 8 высотой, все пилишь. Но сложность-то этой игрушки это в чем? Ребята, если вы не умеете пилить, не пилите. Вот заказчик пропилил дерево до середины. Видно, не видно. Вот, пропилил и понял, что дальше не сможет. И вот сейчас мы лезем туда и думаем, сломается оно под нами или не сломается. Так что, как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Занимаемся. Обращайтесь. Если вы не знаете, как удалить ваше дерево, тогда мы идем к вам. Все, закончили. Четвертая заявка сегодняшняя. Вот. Спилили эту надпиленную игрушку. Короче, как-то так. Что можете сказать о проделанной работе? Спасибо. Вот у него тоже спросите, что он может сказать. Так что, ребята, обращайтесь к специалистам. Каждый должен заниматься своим делом.
Всем хорошего дня.